Я буду предельно честен. Я считаю футбол игрой быдла. Вот такое пристальное внимание к этой игре, как будто от этого зависит национальная безопасность страны. Вот сейчас забьет, не забьет. Люди там чуть ли не умирают, инсульты, инфаркты получают. Абсолютная туфта полная, понимаете? Я сам на 110% равнодушен к этой игре, к футболу. И никогда не слежу за ее результатами. И более того, считаю, что вот получение вот таких гонораров вот разного рода дебилоидами только потому, что они могут хорошо бить по этой резине ногой, является плевком в интеллектуальную элиту общества. Я, например, хотел бы, как фактически обладатель самой сильной в мире памяти, подтвержденной дважды книгой рекордов Гиннесса, организовать чемпионат интеллектуальный. Допустим, чемпионат по запоминанию информации, где нужно действительно вот подключить и включить на полную мощность мозг. Именно мозг выведет наше общество вперед, поднимет нас над тем болотом, в котором мы сейчас находимся. Вот к чему надо привлечь внимание. Вот в этой области надо платить миллионные и стомиллионные гонорары тем, кто действительно будет показывать чудеса именно, допустим, мозговой деятельности. А так это просто отвлекает людей от их проблем реально и загоняет эти проблемы внутрь и делает из людей просто стадо. Вот так.